Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Phantom Doctrine. Ну что ж, мы с вами в прошлой серии не получили коды айсберга, потому что уже их постирали. Все-таки крот пока еще у нас действует. Возможно, их, кстати, не был он не один. Может быть, их двое. Но, как я уже говорил, в комментариях пишут, что это, возможно, омикрон. Посмотрим. Посмотрим. Пока давайте по изготовлению поделок у нас не хватает тут одного агента. Кто будет добывать пункт связи? У Веснушки опыта нет. Давайте тогда Веснушку вот сюда. По изготовлению подделок. Пусть у нас сидит здесь пони. Назначить. Дальше лазарет никого нет. В мастерской. Ну, пока тщательный отбор информаторов у нас в процессе идет. Здесь появилось новое дело. А, Веснушку тогда сюда. Перенаправим сюда Веснушку. А пункт связи тогда пойдет термин, потому что больше, в принципе, некого. В аналитике Веснушка. Ты пока у нас остаешься здесь. Давайте сразу по доске. Призыв Вальхалта. Новое дело. Здесь организация и место. Студенты БАТа и место. Акведук. Акведук. Но данных пока никаких нет. У нас с вами это одно дело. В центр физической подготовки этих пока никого не прокачиваем. В лаборатории. Два места. Маячок. Вживите маячок в тело агента, чтобы узнать, где находится ячейка противника. В принципе, полезная вещь, но давайте пока на допрос. И тебя тоже на допрос. Надо сначала узнать, а потом уже будем делать из них диверсантов и маячок. Пока, наверное, все. Как раз, в принципе, две ячейки у нас там и есть на карте. Поехали. Все поехали по местам. Повышает вероятность того, что информаторы передадут вам более ценные документы. Вернуться в центр. У нас пока 1100. Штрафы не особо меня интересуют. Но убежище пока тоже. Места в лазарете нет. Убежище чаще тоже нет. Опять убежище тоже нет. Пока, значит, нет. Пока будем копить деньги на то, чтобы допрашивать, делать из них диверсантов и ставить маячки. Так, обучился. Кстати, у нас же еще есть перочки у наших друзей. Продолжить. В прошлом Меридиан долгое время была участницей миротворческой миссии в Уганде. Сейчас она хочет вернуться туда и участвовать в гражданской войне против правительства как наемник. Так она сможет все исправить, сделать то, что она не могла сделать в качестве миротворца. Меридиан. Блин, ну я не хочу тут 1000 платить. Давайте отпустим агента. Меридиан отправилась в Уганду. Просто, может быть, тогда мы сможем, как говорится, доверие заслужить получше. Давайте пока пройдемся по здесь. Веснушка. Новый перк. Периферийное зрение хладнокровие. Давай, наверное, хладнокровие. Хотя укрытие, конечно... Ладно, давайте по укрытиям. У нас полные есть укрытие, частичные есть укрытие. Обучение. Ну, надо тогда, получается, увольнять агента и обучать его. Вопрос только чему. Она у нас проводит расследование. Это, в принципе, не проблема ее туда снять. Хотя остался час. Ладно. У пони тоже перк есть.
Дар свыше по обучению пусть будет. У кого-то был еще, да, у механика. Еще целых два перка. Механик, ну ты красавчик, еще плюс обучение. Дар свыше, понятное дело. И эксперт по стрельбе. Хотя... Блин, сколько тут всего полезного. И быстрое перемещение, эксперт по стрельбе, танцор. Я бы все три бы прокачал бы ему, если честно. Но, блин, такой возможности нет, что выбирать одно. Давай, наверное, все-таки быстрое перемещение. Дальность перемещения очень важна. Так, ну и, в принципе, осталось только два на обучение. Он в дороге. Веснушка проводит расследование. Этих пока мы еще допрашиваем. Но потенциальный агент Плавник. Пока продолжаем. Разведданный призыв Вальхалла, 4 документа. Давай смотреть. 4 слова. Болван. Люди семейки Джонса. Осиное гнездо. Рептилоиды. Акведук, студенты Бата. Ничего из этого нет. Вот, акведук, кстати, уже пошло дело. Акведук. Всего остального ничего нет. Два слова. Гладио и комода. Комода пока нету. Четыре слова. Кардинал, кальмаров, вундеркинд. Мечник. Ни кальмаров, ни кардинала, ни вундеркинда, ни мечника. Тогда пока сюда. Тогда закончили пока, продолжаем. Агент Тагал допрошен. Новое химическое вещество колостерон. Ну-ка пока на паузу. Еще допрошен. Новое секретное досье. Подразделение по особым направлениям. Давай смотреть. Здесь лицо. Секретарша. Секретарша. Тогда пока выходим. Лаборатория. Допрос сделан, да? Давайте делать из них диверсантов пока. Ты пока подождешь, друг. Так, 1700. Что мы сможем сделать в мастерской за 1700? Опять чаще. Блин, ну кстати, вот либо то, либо вот это. Промывание мозгов. Ну давай промывание мозгов, ладно. Пока ждем. Опять агента Гадива. Угроза растет. Деньги тоже у нас есть. Окей, значит сюда. Вас. Вы у нас где сидите? В Касабланка. Угу, анализ сигналов. Давай смотреть. Еще по секретарше 3 документа. 3 слова. Первые слои. Живая цепь нет. Заявка. Олимпийцы. Ничего из этого точно нет. Науменко.
Порог, Авадон и город на воде. Ничего нет. Вальхалла, Смутьян. Тоже ничего нет. Молодец, спасибо. Как всегда, расставляют они в своих лучших местах. Четыре слова. Министерство, сотрудник рецидивиста. Доходный дом нет. Камни свода. Арка. А, вот, Вольфган еще. Камень свода. Нет, Вольфган. Точно не было никакого Вольфгана. Арка. Арки нет. И рецидивист тоже пока нет. Ладно. С этим пока закончили. Продолжаем. Разблокируют промывание мозгов в лаборатории МК Ультра. Вернуться в центр. Что дает промывание мозгов? Промывание. Стерев разум агента, вы избавите его от прошлых убеждений, но можете лишить его талантов. Ну, особо не вижу никакого в этом смысла. Перевербовка. Это перевербовать агента на свою сторону. Ну вот маячок еще попробую сделать. Гамбит Мезон, это у нас обратите агента, и он присоединится к вам, когда начнется бой с противником. Тоже не особо мне это интересно, если честно. Мне нравятся диверсанты, и вот попробуем еще маячок. Так, подожди, а ты, может быть, что-то сможешь в мастерской построить? Точно, что-то нет-то. Так, агенты быстрее изучают секретное досье. Нет, новое удостоверение личности стоит дешевле. Тоже нет, возможно, вещи чаще. Тоже нет. Предметы в мастерской нет. Вот оборудование для отслеживания местоположения. Это раз. Места в лазарете нет. Тоже пока нет. Тоже нет. Гамбит Мезона требует меньше времени и денег, но мы ее не делаем. Информатор находится чаще. Тоже нет. Тоже пока нет. Предметы в мастерской нет. Вот это вот и тоже интересное. Но в убежище пока тоже нет. Теряет узнаваемость. Ну, в принципе, да, но пока тоже нет. Вот, кстати, внедрение датчика местонахождения требует меньше времени и денег, потому что мы скоро этим будем заниматься. Поэтому давайте вот это, наверное, мы с вами прокачаем. Все остальное очень дорого стоит. Поехали. Я выбрал, правильно, все? Да. Разработать. Так, ну, потенциальный агент. Пока продолжаем. Торговый контракт. Шоковая граната. Еще 4 документа. Так, ботный домик. Нет. Кобальты. Тоже нет. Палаш. Тоже нет. Пока тогда пусть так оно все это дело лежит. Ох ты, 5 слов. Богиня. Некрополис. Авангард. Поле для гольфа. Олимпийцы. Так, вот есть связь уже с олимпийцами, я вижу. Некрополис. Некрополиса не было. Поле для гольфа тоже нет. Богиня Авангард тоже нет. Три слова. Фотомодель. Секретарша. Агира. Ну вот есть связь уже с секретаршей. Агиры пока тоже нет.
И фотомодели пока тоже не было. Заявка. Вот, кстати, фотомодель есть. И есть связь с заявкой. Тогда идешь тогда сюда. Фотомодель. Заявка идет сюда. Кореглазка. Кореглазки пока не было. Это пока все, что у нас есть. Призыв. О, студенты батом. Отлично. Есть связь. Папарацци, падший ангел и пульман. Ничего из этого нет. Ну, пока тогда все. Оба-на. Время истекло, я не успею, получается. Блин, ну тогда тактическую разведку проводим. Значит, будет у нас там с вами штурм. Еще разведданные. Так, все лежит так, как лежало. Красные щита и некрополис. Красных щита. Нет, некрополис. Некрополис, связь есть. Комода и Черненко. Комода где-то, по-моему, был, но вот я не помню, здесь он был или не здесь. Не здесь был Комода. Черненко только есть связь. Ну ладно. Летучие лисы. По-моему, таких тут и вот Комода, кстати, в этом деле. Летучих лис не было. Нашатыря тоже не было. И осиное гнездо, есть связь. Здесь тишина. Оба-на. Вот это вот пошла активность. Полетели из Кабула. Так, допрошен. Сделали его с диверсанта. Хорошо, тоже диверсант. Вернуться в центр. Так, не промывание, а маячок. 1000 стоит. Давайте делаем маячок. И тебе тоже маячок. После чего, конечно же, будем отпускать. Еще разведданные от информаторов. Сан-Франциско, ладно. А вот, кстати, есть связь с Комодо. Ну, получается, цепочка здесь замкнулась. Здесь ничего такого интересного в итоге не оказалось, да? Ладно. Палаш. Палаш был, но, по-моему, не здесь. Гаванец. Гаванца тоже точно не было. Синий квазар тоже не было. И полукупола тоже не было. Здесь пока все. А, так это как раз и здесь и было. Ну, как всегда, молодцы. Все перевернули вверх дном. Не так это все должно быть. Так, связь идет у нас вот здесь. Связь идет вот здесь. Комода. Тут, кстати, есть связь с Комодой и поле для гольфа. К Черненко привело это все. А новое химическое вещество Манитол. Экспертная подготовка по огнестрельному оружию. И еще разведданные по Вальхале. Аж целых 5 документов. Это, конечно, круто. Нашатырь. Есть связь с нашатырем. Синий квазар. И кардинал. Есть связь. Волк, якудза и комната 65. Ну, только получается связь с якудзой и больше ничего. Папарацци. Вот, кстати, папарацци. Гремучники, виски на камнях, Моби Дик, ничего такого у нас не было. Так, четыре слова. Падший ангел, болваны,
Ресталище. Беглецы. Так, беглецы. Беглецов нет. Ресталище. Ресталища нет. Падший ангел. Есть, кстати, связь с падшим ангелом вот сюда. И болван. Есть, кстати, связь с болваном. Пока на этом все, да? Гремучники, кстати, где-то были гремучники. Есть гремучники. Так, с этим все. Полукупол, кстати, полукупол тоже где-то был. Полукупол вот сюда. Патриот. Так, и что получается, не хватает пока данных, да? Ну да, пока данных не хватает. Окей, тогда продолжаем здесь. Меридиан вернулась из Уганды. Кровопролитие было долгим, но сейчас, наконец, появилась надежда. Меридиан стала лояльная вам. Отлично, преданность завоевали. Внедрение датчика местонахождения требует меньше времени и денег. Вернуться в центр. Но я как раз уже сейчас прокачиваю, да, на этот... На маячок. В мастерской. Место в лазарете. Физической подготовки нет. Возможно, убежища пока тоже нет. Позволит установить наблюдение, чтобы следить за деятельностью агентов из определенной ячейки. Нет, пока не это вот. Места в лазарете нет. Агенты быстро теряют узнаваемость. Тоже пока нет. Разблокирует задание по розыску, позволяющее узнать, чем занимается раскрытый вражеский агент. Это, кстати, вот, наверное, вот это вот да. Да. Оборудование. Где-то у нас было оборудование. Вот, его разрабатываем и поехали пока дальше. Полкок is clean, mate. The only thing out of the ordinary are sudden trips. What do you mean, sudden? Sudden as in sneaking out to your daughter's birthday party and flying to Chicago. Okay, that's worth checking out. Пока на паузу. В смысле проверить, а куда? А, сюда, получается, надо было, да? Одного человека, да? Ну вот пусть будет тогда Индиго. Индиго, потом сюда вас двоих. И сюда двоих. Так, агент потенциальный, понятно. Еще один потенциальный агент, тоже понятно. В Новосибирске штурм. Пока давай на паузу. Мы же сможем сейчас еще здесь проверить. Да. Подожди, а...
почему им лететь куда-то 8 часов? А, это у нас вот здесь, вот в Новосибирске закончилось все. Замечательно, то есть получается, мы сможем здесь уже провести штурм. Срыв операции, конечно же, не получится, но мы постараемся немножко дотянуть. Ближе уже туда. Торговый контракт, хорошо. Еще 3 документа, и в принципе мы, получается, этим делом Ой, все перевернули вверх дном. 4 слова. А, где это вылетел у нас? Где Кабул? Я не вижу Кабула. А, вот он, Кабул. Заныкался Кабул. Так, комната 65 это была. Бродячий кот и воробей. По-моему, такого не было. Так, Дублин, рецидивист. Потерянный рай. Три слова. Ульману. Арка. Толстосумы. Так, ну, по-моему, все эти три слова были. Пульман-то точно был. Потому что документы уже все. Значит, где-то здесь был, должен быть Пульман. Да, есть связь с Пульманом. Арка. Химическое вещество обнаружено, враг щит. В итоге сколько у меня получается вражеских агентов? Опять пятеро, да? В Женеве, кстати. В Женеве сидит. Я опять, получается, не успел, да? К сожалению, не успел. Да ладно! Я потерял момент, блин. Черт, ну тут опять куча всего, блин. Ты смотри. Из Ленинграда двое летят. Мы тщательно изучили здание, выяснили, что мансарды на последнем этаже, которую можно увидеть с земли, нет на официальных планах небоскреба. Должно быть, у наблюдателя там есть что-то интересное. И что ты предлагаешь? Организуйте штурм офиса проекта «Наблюдатель» в небоскребе Sears Tower в Чикаго. Это получается вот здесь. Угу. Это вот интересно. Прям сразу два задания здесь. Разблокируют здание по розыску, позволяющее узнать, чем занимается раскрытый вражеский агент. Вернуться в центр. Ну, я разблокировал. И как мне понять, чем они там занимаются? Что еще можем? Еще 2 ячейки в МК Ультра. Вот это вот да. Вот это вот полезная вещь. Так, продолжить. Вернуться в центр. Ну все, маячок стоит, диверсант стоит. Освобождаем. Освобождаем.
Угроза. Перенести убежище. Мне не хватает денег, чтобы перенести убежище. Тогда пока закрыть. Пока переходим тогда в жилые помещения. По броникам у нас ничего нет. По оружию, кстати, можно вот это все продать. Тут у нас дробовик. Его продать. Это винтовка. Тоже пока продать. Так, все, закончили. Теперь сюда перенести убежище. Давай в Касабланку перенесем. Хорошо, пока переехали. В лаборатории МК Ультра этих пока еще освобождаем. Новых не появилось. Обнаружен враг Сирока. Опять же в Женеве, ты смотри. То есть трое в Чикаго и двое в Женеве. В Женеве это вот здесь. Давай, наверное, отправим сюда агента из Ленинграда, чтобы они вместе там были. Диверсант, которого мы внедрили в ряды противника, уничтожил ячейку в Чикаго. Это он вот здесь уничтожил ячейку, правильно? Прекрасно, то есть мы здесь готовы к штурму. Значит, того агента мы уже освободили. Переходим в лабораторию, здесь делаем допрос. Новый потенциальный агент. Так, здесь готов штурм производиться. Но мы, получается, здесь просто добавим таймер, правильно? Скорее всего, да. Пока угрозы у нас нет. Все все добывают. Поэтому я не вижу пока никакого здесь смысла. Обнаружены агенты в Женеве. Опять же в Женеве, да? Магнат, это которого мы только отпустили, она еще пока неизвестна где. В Чикаго куча народу. Короче, в Женеве двое, в Чикаго трое. Торговый контракт. Так, в Алжире. О! Или таймер добавился. Еще две ячейки. Вернуться в центр. Так, ну этого пока мы допрашиваем. 3500 у нас есть. Что мы сможем сделать с вами в мастерской? Давайте оборудование для наблюдения. Неразборный глушитель. Он что дает-то? Ручной пулемет, пистолет, пулемет, винтовка, снайперская винтовка. Минус 2 дамага. Минус 6. То есть он получше, да? Блин, ну его делать не переделать называется. А у меня тем более здесь нет агентов свободных. Может быть, вас пока на базу вернуть? Чтобы можно было термина задействовать. Еще одно досье. Операция «Грязевая ванна». Лицо. Лесли. Но данных пока на него никаких нет. Да, по-моему, таймер увеличился, если что не путаю. Ну и, в принципе, пофигу. Новый потенциальный агент, гончая. Обнаружен враг, дух. А вот где он только обнаружен, тут дух. Местоположение его неизвестно. Пока деньжаты идут, все отлично. Но потенциальный агент страшила. Так, следить за деятельностью агентов из определенной ячейки.
Допустим. Давайте сюда тогда поставим мы с вами термина. Подтвердить. Здесь нормально, в пункт связи. Ну, пусть будет полюс. Так, а пошла у нас ячейка активная, да? Плохо. Торнадо, Хариста, Морской Лев, Остряк. Шакмаков. Это, по-моему, наш же, да? Как он там был? Центр или как там его звали-то? Или Центурион, что-то такое. Райский сад, Телепророки, Рептилоиды, Принца Рыж. Ничего из этого нет. Четыре слова. Кулак Испании. Морской лев. И какие-то решал еще появились. Решал и морской лев. Кстати, есть связь. Кулак Испании, философы, ничего такого нет. Ладно. Потенциальный агент бомба. Вернуться в центр. Еще изготавливай. Так, тебя, наверное, тогда тоже на базу. Аж целых 5 документов. Ну давай. 4 слова. Блин, виски на камнях, констебль, экстремисты и 81-й авеню вообще ничего нет. Никакой связи. Философы, кстати. И Будённый. Ну, Будённого не было. Целлулоид, Круза, Скиталец и Былое. Ничего из этого нет. Так, Хулиган и Акведук. Тоже нет. Четыре слова. Констебль, Чернильница. Контрабандист нет. Карегласка. И опять Скиталец. Так, констебль. По-моему, где-то был констебль. Или он был не здесь. Нет, здесь был констебль, кстати. Карегласка. Карегласка, по-моему, где-то была. Или это не здесь было? Скиталец. Вот есть связь с скитальцем. И чернильница. Ну, чернильницы, по-моему, не было. Да, пока все. Аж целых 20 документов. Видите, там будет целая куча. Еще информация. О! Карегласка выпала. Принц Рыж. Фотомодель. Фотомодели не было здесь. И касатка. Касатки тоже не было. Скоробей и Акведук. Вот есть связь с Акведуком и Скоробеем. Решалы. Решалы, кстати, есть связь.
Нет пока связи с самой Лесли. Но потенциальный агент. Кстати, я никого не могу обучить. Отсутствует. Двое на обучение, которые должны быть, но они отсутствуют. Это у нас получается Веснушка и Механик. Где у нас работают Веснушка и Механик? Так, вернуться в центр. Давай делай еще один глушитель. Блин, да ладно, серьезно? Так, ну мне нужна Веснушка и Механик. Не-не-не, подожди, куда я выищусь этого? О, Луна и Беглец послетят. Обнаружен враг Зефир. Еще разведданные. Так, ну пока вроде мой порядок, хорошо. Какая-то Клара. Алая Империя и Кудесник. Есть связь вообще с Кудесником? Пока не вижу, тогда, наверное, сюда лучше. Ни Алая Империя, ни Кудесником. Так, Хулиган, кстати, вот есть связь. Хулиган, есть связь. Телепророки, по-моему, где-то были телепророки, если я ничего не... Да, есть вот тут как раз связь. С этими телепророками. Ключник, Буравчик, Злой Монах и Кудесник. Вот есть, кстати, связь с Кудесником. Ой, не сюда. Ключник. Ключника, по-моему, не было. Буравчика тоже я не встречал. И Злой Монах тоже не было. Так, два слова. Клерк. Райский сад. Вот райский сад, может быть, если был только, да. А вот клерка точно не было. Четыре слова. Торнадо. Будённый. Клаус Барби. Ионный шторм. Клаус Барби. Будённый. Торнадо. По-моему, не было торнадо. И ионного шторма тоже не было. Пока, опять же, все. Какое долгое дело. А, ну вот и, в принципе, мы закончили. Закончили. Ключник. Вот есть связь с ключником. Целлулоид. Есть связь с целлулоидом, но нет угрюмых. Угрюмых точно не было. Так, тебе, наверное, пока вот сюда. Блин, как-то лучше поставить. Допустим. Так, документ. Два слова. Земляной волк. Кулак Испании. Кулак Испании точно был. И земляной волк тоже был. Я даже уже вижу, где есть связь. Кулак Испании и волк. Секретарша. Лесли.
Рептилоиды. Суд короны. Ну, суда короны точно не было. Рептилоиды где-то, по-моему, были. Да, вот я вижу связь с рептилоидами вот сюда. Суд короны и секретарша. Клара Ньюбайн. Две ячейки в Стокгольме и в Глазго. Аж целых две ячейки. В Стокгольме и в Глазго. Так, проникновение в ячейку. Мне нужна мне нужен механик и веснушка, поэтому идет курган и абориген. Здесь из Чикаго получается, да? Ну, в принципе, здесь у нас больше ничего. Мы все провели. Поэтому, наверное, да, отправим сюда из Чикаго двоих. Так, вернуться в центр. Как раз вот этих сейчас двоих поставим на обучение. Механик. Механик. Со связями, может быть. У тебя что стоит, кстати? Ну, этим всем ты умеешь владеть. Неплохо, хорошо. Тогда давай со связями. Умир. Блин, ну я даже не знаю, что ее прокачивать. Я бы какой-нибудь перк бы прокачал бы. Давай, наверное, может быть, мясника прокачаем. Пусть будет. Чё бы нет. Так, а мы что, в мастерской ничто не производим? Нет, ты прикинь. А чё ж так-то? Лазарет. Возможно, бежище появляется чаще. Промывание мозгов мне не особо интересно. Новых убежищ. Документы дешевле. Вот, кстати, снижает штрафной уровень угрозы за найм новых агентов. Вот это вот в первую очередь пока, наверное, из того, что доступно сейчас. Снижает негативные последствия от разведки противника рядом со штаб-квартирой. Кстати, тоже полезная вещь. Снижает уровень угрозы, связанный с наймом новых агентов за 5400. Ну, давай, наверное, тебя... Ложный сигнал, кстати, тоже полезная вещь. Ладно. С наймом новых агентов. Поехали. А, кстати, я-то тебя допросил. Да. Что-то забыл. Я же тебя допросил. Надо сейчас тебе поставить маячок. 750 и диверсанта потом за 1000. Поехали. Есть. Маячок ставим пока. Совсем забыл про него. Новый потенциальный агент не особо меня интересует. Сюда, значит, отправить агентов из Касабланки. Здесь что-то только информатор, да? Больше ничего нет. Тогда сюда. Разведка. Давай срываем операцию, потому что нафиг мне тут не нужен. Ну
Новый потенциальный агент. Обнаружен враг. Обнаружен враг. Так, вернуться в центр. Маячок установлен. Делаем, значит, диверсанта из него. Возможно, какую-то из этих ячеек он уничтожит. Это было бы классно. Потому что вроде как бы все те два агента, они уже уничтожились. Снижать уровень угрозы, связанных с наймом новых агентов. Вернуться в центр. У нас 2500. Что за количество очков командных? Давай число убежищ увеличим. Серьезно, блин. Потенциально. Мне надо еще агентов, получается, нанимать. У меня не хватает агентов. Полевых конкретно. Число возможных убежищ. Кстати, а что ты у нас ничего не делаешь? Делай. Давай еще вот это вот. Обнаружен враг. Агент. Так, все, вражеская операция была сорвана. Это замечательно. Ну и, наверное, пока на сегодня мы закончим с вами. В следующей серии тогда будем проводить штурм по заданию. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.